no Superman. I'm no Superman. Итак, сейчас я вам расскажу, как наложить шов по донате. Его накладывают в случаях плохо заживающих ран, либо для хорошего заживления свежих ран. Итак, сначала мы все делаем как в простом узловом шве. Мы проводим глубоко под кожей нитку с иглой, выводим ее с другой стороны. Затем мы перехватываем иглу следующим образом и уже непосредственно в коже накладываем шов. Таким образом. И опять же завязываем на инструменте. Тем самым у нас сдвигаются края раны, но не пережимаются, и кровообращение в шве не нарушается. Это был шов по донате.